речь пойдет о переходнике-адаптере с Type-C, USB Type-C на обычный USB 2.0. А, причем даже не 2.0, а 3.0. Вот так выглядит адаптер. Он достается вот так просто. Вот так вот просто вставляется Redmi Note 7 вот на примере. И далее что мы можем? Мы можем подсоединить флешку. Просто берем, вставляем флешку, и вот за секунду можем зайти уже в проводник, и нам он сообщит о том, что, смотрите, здесь подключен USB накопитель. Так, что происходит? Что происходит? Вот, заходим, и вот у меня флешка сама загрузочная, вот все файлы здесь, и можно какой-нибудь файл перенести, перетащить куда нам надо и так далее, работать с флешкой полностью как нам надо. Потом мы можем подсоединить мышь, и так как в андроиде, в основе андроида лежит Linux, эта мышь сразу же, видите, определяется теперь вот так вот, бегает по экрану, теперь реально мышь. Вот так я ввожу и могу ей пользоваться, ну, скажем, зайдя в какое-нибудь приложение. Ну, давайте в тот же проводник. Раз, и вот в проводник. Все, у нас даже работает вот этот колесико. Также можно подсоединять клавиатуру. Также можем подсоединить клавиатуру. И что-нибудь напечатать. Вот видите. Печатаю. И печатается все очень быстро, просто, намного проще, чем вот так вот печатать с экрана, да, пальцами. Также возможно подсоединить USB хаб и подсоединить вообще огромное количество USB устройств, и все это будет работать без проблем, без всяких настроек, сразу же в андроиде. Ну, в данном случае Mio 11, но в основе ее лежит, как вы знаете, Android.